Hello, boys and girls. Привет, мои дорогие ребята. The topic of our lesson is hygiene. Тема нашего сегодняшнего занятия – гигиена. Мы должны следить за чистотой своего лица, рук и всего остального. Внимание на доску. Мыло – soap, полотенце – towel, зубная щетка – toothbrush, душ – shower. Мы с вами каждый день умываемся, чистим зубы, принимаем душ. Вот как это звучит на английском языке. Я умываюсь будет I wash my face. Дословно переводится так. I – я, wash – мою, my – мое, face – лицо. Но на русском просто я умываюсь. Я мою руки. I wash my hands. Я чищу зубы. I brush my teeth. Я принимаю душ. I take a shower. Ребята, постарайтесь запомнить эти слова и выражения. Bye-bye and good luck.